Доброчинное новогоднее свято собрало сегодня у Гомельским цирку детей из усих кутков в области. А 10 самых одоранных отримали узнагороды от старшини облканкама Владимира Дворника. Чароная каска сустракала детей и дорослых одразу в фойе. Подробязности у наступном сюжете. Глядячи на радостных и усхваляваных детей, веришь, казка існує. Сегодня у ячароном сюжете удельничали амаль 1500 хлопчиков и девчинок. Веселых, шумных, узбудораженных чаканням свята. Тих, кто стал переможцем международных, областных, республиканских творчих конкурсов и спортивных мероприемств. На свято запросили детей-инвалидов, сироты, деток с малозабеспеченных, шмадетных и приемных семьев. Тих, кем гонораться, и тих, кому готовы допомогчи. Я считаю, что меня сюда пригласили за то, что я участвовала в областной олимпиаде по математике и заняла диплом третьей степени. Я горжусь и очень рада, что сюда попала, что меня пригласили сюда. Меня позвали сюда за то, что я рассказала презентацию о Леухине. А кто это такой? Леухин это был... Такой герой Советского Союза. Я хочу увидеть, что там. Надеюсь, что там будут животные. Поздравляю с Новым годом своих друзей, семью, родственников и всей планеты. А пожелать? И пожелаешь что? И желаю, чтобы они жили в мире и гармонии. Аліна Анікеєнка з тих дітей, на яких, як кажуть, тримається школа. Вона приймає уділ во всіх творчих і спортивних мероприємствах. Причим завсюди з задовольненням. Узнагороду за свої шматлікі таленти з рук старшині облвиконкама Владимира Дворника приймає з удячністю і хвалюванням. Така зустріча для її перша. Я з 5 класу участвував в олімпіадному движенні по німецькому язику. Участвовал также в олимпиаде по предмету как химия. Также я принимаю участие во всеразличных музыкальных соревнованиях, спортивных также соревнованиях принимаю участие. И школьные какие-то организации, мероприятия я тоже веду и помогаю в школе заниматься всем этим. Подчас своего выступления Владимир Дворник выразил удячность усим наставникам и батькам, чьи плен и клопот приносить такие выники. Сёлета дети Гомельщины привезли из республиканских конкурсов и фестивалей около 3000 дипломов. За каждым достижением великая праца, узнагородженная радостью перемоги. Для меня очень важно поблагодарить сегодня и дать возможность, чтобы наши дети развивались дальше. Ну и, конечно, органы власти всегда так было, есть и будет, когда мы все делаем для того, чтобы дать возможность, чтобы все дети развивались в одинаковых условиях. И особую заботу проявляем для тех детей, которые сегодня остались без попечения родителей. Поэтому мы стараемся тоже выехать все возможности органов власти, выехать к детям, поздравить, вручить подарки и создать такие хорошие семейные условия в эти праздничные дни. После чароного спектакля, який перенес детей и дорослых у передновогоднюю казку, началось цирковое представление с живелами, убачить яких так мару Микита Хортов, и филигранным майстерством кожного артиста. Бо самое доброе, что можно подарить детям, и это застанется с ними на все життё, счастливое и полное ярких уражений и светлых вспоминов дятинства. Марина Джалая, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».